Установка языка интерфейса. Вы можете выбрать язык интерфейса из ранее предустановленных на тахеометр. Для выбора зайдите в пункт «Язык». В закладке «Язык» выберите один из языков, который был предустановлен на тахеометр. В нашем случае это английский или русский. Также вы можете управлять звуковыми сообщениями и использованием железнодорожной терминологии. Для сохранения параметров нажмите клавишу «Принять».